открытием вас, господа! В Самаре начался третий межрегиональный фестиваль «Волга-театральная». 11 театров Приволжского федерального округа будут целую неделю показывать самарцам свои лучшие спектакли. Билетов на постановки уже нет, но мы все же проникаем в святая святых. Я, Марианна Мирная, буду рассказывать вам о театрах-участниках. Честь открывать фестиваль выпала театру «Самарская площадь», давали «Вишневый сад». По словам руководства театра, это большая радость для всего коллектива. В этот раз фестиваль открывается у нас, нашим спектаклем, без параллелей, что вот очень хорошо. Все жюри у нас будет. И как бы и открыть мы очень рады. И второе вот это обстоятельство еще более радостное. Ну вообще, что у нас это все вот начинается очень хорошо. Для Самары принимать фестиваль такого уровня очень престижно, поэтому городские власти оказывают всестороннюю поддержку «Волге театральной». И, конечно, одним из почетных гостей стал глава Самары Олег Фурсов. Это престижно для города, но самое главное, благодаря фестивалю нам удалось установить культурные связи со всеми субъектами ПФО. Это очень важно, потому что чем живет театральная общественность в Перми, в Ижевске, в Казани, в Нижнем Новгороде, нам доселе, как говорится, было неизвестно. Но фестиваль помогает окунуться в культурную жизнь этих городов и обогатить наше культурное пространство, скажем так. Фестиваль «Волга театральная» конкурсный. Судить работу актеров будет уже знакомая команда жюри. Как и всегда, председатель комиссии, критик из Москвы Наталья Старосельская, которой «Волга театральная» пришлась по душе еще в 2013 году. Я сама очень люблю обсуждения, потому что в этих обсуждениях очень важно сказать всю правду, но сказать ее так, чтобы никто себя не почувствовал оскорбленным. Это очень сложно. Поэтому вот я знаю, что нас упрекают иногда, что мы ездим одной командой. Но, понимаете, вот эти люди, с которыми я езжу, мои коллеги, я уверена в них больше, чем в самой себе. Я знаю, что они никогда никого не посмеют оскорбить, они никогда никого не посмеют обидеть. Посмотреть все театры просто невозможно, и зрителям и жюри приходится каждый день делать выбор, куда пойти. Но мы можем показывать фрагменты спектаклей, которые участвуют в фестивале. Неужели я сижу? Вот хочется прыгать и размахивать руками. А вдруг я сплю? Вот видит Бог, я люблю родину. Люблю нежно. Я не могла смотреть из вагона, все время плакала. Ну, однако, пора пить кофе. Спасибо тебе, мой старичок. Эх, Фирс, вот если бы ты знал, как я рада, что ты еще жив. Позавчера! Фирс! Позавчера! Фирс! Он плохо слышал. Фестиваль продолжится до 30 сентября. За эту неделю покажут 14 спектаклей. Их привезли из Казани, Ульяновска, Ижевска, Набережных Челнов и других городов. И я буду каждый день рассказывать вам о театрах-участниках. Не прощаюсь. Увидимся завтра в дневнике «Волги театральной».